Против вступления России в ВТО уже высказывались все, кому не лень. Теперь настал черед и коммунистов. Во вторник они раздавали горожанам листовки с доводами за и против вступления. ВТО – это всемирная торговая организация. Вот, 18 лет Россия пытается вступить в эту организацию, но западные страны всячески чинили препятствия, не допускали Россию. Но вот в последнее время, после думских президентских выборов, ситуация изменилась, и сегодня Россию уже тянут в ВТО. Не просто оттягивают, а наоборот быстрее заставляют ее вступить. Главная причина не вступать, по мнению партийцев, заключается в том, что не все члены ВТО равны. Кто-то обязательно равнее. По мнению коммунистов, это США и страны Западной Европы. Поэтому и действует организация прежде всего в угоду им. На российском рынке это скажется отрицательно. Насилие импорта некачественной продукции, в первую очередь. То есть будет уничтожен отечественный производитель. Не и все пойдет к нам. Сейчас у нас хотя бы как-то есть какая-то небольшая конкуренция, то есть вы видите, что у нас небольшое количество товара российского представлено на полках магазинов. После вступления России в ВТО практически все будет импортное. Я думаю, не самого лучшего качества сюда пойдет, так как не с кем будет конкурировать. Засилие импортных товаров. Это вот тактика, это стратегическая ВТО, которую они используют для себя, деньги зарабатывают. Это выгодно только для того государства, которое руководит весь мир, которое вот видели, что происходит в весь мире. Поэтому лично я против это вступать Россия в ВТО, потому что Россия пока не готова. Горожане листовки брали, но сильно в проблему никто не вникал. Гром же, как говорится, пока не грянул, но коммунисты на одной акции против ВТО останавливаться не собираются. Обещают проводить их столько, сколько потребуется, чтобы уберечь страну от похода на эти три буквы. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.